Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Fairphone 3 сделать перенос данных с внутренней памяти телефона, например, на карту памяти. Для этого в первую очередь открываем приложение «Файлы». Можем перекидывать загрузки, аудио, видео, изображения. Давайте, например, скинем какую-нибудь картинку. Например, вот эту и эту. Затем тыкаем здесь. Выбираем, хотим ли мы их копировать или переместить. Давайте их переместим, так как у меня тут уже есть копии. Затем выбираем, куда мы их хотим переместить. Выбираем карту памяти. Можем создать папку или же переместить их в какую-нибудь уже из существующих, например, download. И нажимаем переместить. И теперь сможем найти данные картинки у нас на карте памяти в папке download. И вот они у нас здесь. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.